no savior. No more hope. No more Batman. Всем привет, дорогие друзья и любимые подписчики. С вами снова Гидеон, и мы продолжаем проходить дополнение для Бэтмена, рыцарь Архема. Welcome to my wonderland. Ra's al Ghul will rise again. They took Nora because of you. Итак, дорогие друзья, у нас осталось последнее задание, где мы будем изучать, узнавать, исследовать историю мистера Фриза. Итак, холодное пробуждение. Sir, I'm picking up a distress signal from a stranded cargo vessel. I'm attempting to establish radio contact, but there's too much interference. Send me the coordinates. I'll investigate. Так. Всего лишь 1.5 километра нас отделяют от еще одной прекрасной истории. Правда, конечно, продлится она, по-моему, меньше вообще всех 4 дополнений. Самая такая коротенькая оказалась. Ой, ты чего это? Ты чего это? Решил передохнуть, бац? Еще рано. Итак, вон это судно. И оно, походу, в айсберге. Погодите, не вижу. Да, точно. Да там еще и вертолет здоровенный. Опа. Опа, улетает. Чуть мне это не нравится. Ну ладно. А судно называется Нора. Именно так зовут. Или звали, там уж мало понятно. Жену Фриза. Я не знаю, жива еще или нет, но, в общем, он ее заморозил. This isn't the weather, Alfred. I feared as much. As well as battling the cold, there's a sizable deployment of militia troops aboard the boat. I have a feeling they'll object to your presence. I'll win them over. Так. Опачки. Так. А как-то вырубить я его вообще могу? Ладно, давайте вниз. Давайте вниз, мне же вниз надо. Вот вниз и пойдем. Зачистите район. Да елки, ну зачем мне зачищать район? Ну в самом-то деле. Так. Ладно, давайте наверх. Кто меня там увидел-то? Я не знаю. Ну-ка. Давайте-ка сюда. Попробуем снизу. О, интересно. Отлично. Еще один. Еще один. О, черт. Да ладно. Вот это халява. Так. Вот это было халявно, я вам скажу. Стоп. Тихо. Ты что делаешь? Отлично, еще один. Да беспилотник ваш не работает ни хрена. Так. Да блин, там медик. Падла. Как это враг меня обнаружил? Все, я понял. Вот, он управляет беспилотником. Черт! Так, ладно.
Давай. Где беспилотник-то? Где беспилотник? А, это что такое? Это я просто вырубил, что ли? А, походу беспилотник упал, как только я убрал этого чувака, управляющего им. Хорошо. Так. Ладно. Пойдемте еще кого-нибудь попробуем вырубить. Так, тихо, спокойно. Вот наша жертва. Отлично. Блин, его подняли. Так, ну-ка. Один. Второй. Третий. Четвертый. Ух. Все? По-моему, все. Ха, шикарно. Нет, не все. Надо... Да, еще трое, надо всегда проверять. Надо всегда проверять через режим детектива. Так, где? А, вот вижу. Отлично. Окей. Тихо, спокойно. Еще один. Где, 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 где? Ага, вижу, вижу, вижу. Вот он. Тихо. Опа. Вот и все. The ship's on lockdown. I need to find the security controls. Отлично. Давайте-ка заходить внутрь. Ну, Фриз, давай-ка встретимся. Эй. The ship's on lockdown. I need to find the security controls. Так, и как я это должен сделать? Ага, вижу кабель. Так, так, так. Куда он там ведет? Ага, куда-то туда, туда. И, в общем, короче, прям внутрь. Так. Где вход? Вот. Так вот, пулеметик этот мне не нравится. Все, он один. Окей. Где большая красная кнопка, на которую я должен нажать? Ага. Кнопки не будет, зато будет взлом. Так. Криогеника, конечно же. Time to get inside. Так. Все оттягивает нашу встречу с ним, мистер Фриз. Блин, ну красиво. Согласитесь. Где она? Виктор. They wanted me to join them, help fight you. I refused. So they took her. They took Nora.
Because of you. Ой, да ладно тебе. She'll die without my care. But they said they'll return her in exchange for Batman. Warning, cryo generator unstable. If you trust them, Victor, take your shot. Warning, cryo generator unstable. Find her, Batman. Please. I will. Get the ship under control. Хм. Вот нравится мне, что здесь все, вот, понимаете, не так-то просто. То есть, злодеи порой не злодеи, вот, вот классно. Вот это мне прям очень нравится. Когда не все однозначно. Alfred, I've got a tracking device that can lead me to Nora. It's transmitting a location. Be careful, sir. I imagine the militia will be rather intent on keeping her prisoner. Угу. Особенно вот мне нравится с мистером Фризом. Я как-то помню, даже с Кроком договаривался. Ну, ну прикольно. Нет, с каким Кроком нафиг? С Бэйном. С Кроком не договоришься, он псих. Он псих и крокодил, блин, здоровенный. Это было клево. Да. Надо бы мне Arkham City пройти еще раз. Но времени что-то на это совсем нет. Столько новинок постоянно выходит. Давайте-ка прокатимся. Хорошо сейчас стало, все-таки оптимизировали, и FPS практически не просаживается на Бэтмобиле. Раньше на Бэтмобиле просто кошмар, невозможно было. Так, окей. There isn't much cover here. Stay alert. Страха нет, печально. Что, давайте просто залетим до отметелима. Воу-воу-воу-воу-воу. Ну что-то опухли совсем. Воу, ты ж ё-моё. Там здоровый, блин. На тебе урон. Твою мать, бесишь. Так. Вот и практически все. А, нет, еще не все. Ну давай-ка. Тебя. И тебя. Не заметил я, что там здоровяк. The signal led here. И что? Where is she? Let go of me! Where? They took her to a rooftop in Otisburg. That's all I know. I swear. Угу, погнали. Виктор, they found the tracking device, but I know where she is. No, no, this is taking too much time. Stay calm, I will find her. You need to get that equipment stable. Виктор. Yes. Every second I'm losing her. Please hurry. Упс. Врезался, малец. Нравится мне мистер Фриз. Безумный шляпник. Вообще, много классных злодеев.
или не совсем злодеев. I'm getting near her location. Have you stabilized the cryogenerator? I think so. Can you see her? Victor, is it safe? Yes. Yes, of course. Contact me as soon as you find her. Так, есть. There's Nora's cryo chamber. Time to deal with the militia. Чем я и занимаюсь? Where the hell's our evac? I don't like waiting around on this damn roof. Look, no one knows we're here. The decoy took care of that. Sure, you're right. Отлично. Класс. Страшно решающий сделать на кого-нибудь из них. А нет, они на разных этих. На разных платформах. Так, сейчас давайте-ка перелетим туда. Что ты делаешь, блин? Да что ж такое, а? Так, тихо. Stay alert, everyone. Отлично. Где он там? Один. Второй. О, черт! Ага, вижу. Сколько? Один? Да, один остался, ладно. Ну, в принципе-то я могу на него просто слететь, и все. И проблема будет решена. Да. Nora's life is in danger. I need to investigate the cryo chamber. Давай, заряжай новую. Оба-на. Batman. Try not to move. For what? Another lifetime? You know how long it's been. Too long. It was like dreaming, but I could hear Victor speaking to me. Then you know what he's become. Batman, where is she? Have you found her? She's here, Victor. She's awake. No! You have to bring her back? Let me speak to him. Victor?
afraid. I will save you. Victor. As soon as you're back, I'll freeze you again. Please. Stop. System error. Modification rejected. I will save you, Nora. I'm nearly there. The next round of therapies. Don't you see? I don't want saving. Not anymore. Victor, the generator. But you're dying, Nora. Victor? Oh, черт. Victor? Oh, God, no. Massive explosion in the bay. Ice freaks up to something. Send in the drones. We have to go, now. Please, hurry. I will. Красота-то какая. Весь город заледенел. Хо-хо-хо. Batman, I am cryogenerator. May be salvageable. The militia are coming. You have to leave. No, I won't fail her. We have to help him. Блин, как круто. Офигеть, посмотрите. Sir, Freeze's vessel has come under heavy fire. Reinforcements are inbound. Супер, вообще просто, как шикарно-то, вы посмотрите, такая, блин, трасса выстроилась. Просто зашибись. Ух ты, танки! Ё-моё, на Миагане, 19 штук. О! Офигеть. Ну, поехали. Stop them. I need time to fix my equipment. It's the only way I can save her. Так. Отлично. Strikes on multiple friendlies. Готов. Готов. Lost the mama drone. Есть. You're gonna lose them. Sir, initial deployment was unsuccessful. Reinforcements inbound. I'll send everything we have. Еще? Master Bruce, the militia are going to keep coming. That ice won't hold. Victor, you can take them all out. Detonate the generator. No, I need it for Nora. Victor, it's okay. It's what I want. Victor? Whoa, 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 whoa! Черт, возьми. Не ожидал. А что, блин, мне делать-то? Так. Черт возьми. Ух. Мощно. Victor, this isn't you. I won't let you destroy yourself anymore. I wish I could have told you sooner. I don't want you to die, Nora. Then let me live. We won't have much time. Days.
Time never has been on our side, Victor. Блин, офигенное дополнение. Офигенное. Sir, the ship has set course to leave Gotham. Should I keep tracking them? Let them go. We won't see them again. Да, тут не хватает только какого-нибудь новогоднего музончика. Ну, красиво, красиво, согласитесь. Да, отличное дополнение, просто отличное. Мне очень понравилось. Особенно мне понравилось за Шляпника и, конечно, за Фриза. Крок ерунда полнейшая. И, ну, про Рас аль Гула мне тоже не очень понравилось. А вот про Фриза и про Шляпника это было очень круто, очень необычно. И вообще, вот про Фриза мне особенно понравилось, потому что тут как бы сюжет такой, как бы развитие, что дальше будет. Как-то не просто все мы топчемся, да, на месте, а что-то в дополнении мы как-то дальше продвинулись именно в истории мистера Фриза. Ну что ж, дорогие друзья, вот на такой вот новогодней нотке я заканчиваю. Еще раз всех с Новым годом. Вы увидите это видео уже после Нового года. Так что поздравляю всех, желаю всем чудесных праздников и прекрасного следующего года. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. Все ссылки под видео. С вами был Гидеон. Всем спасибо и до следующей миссии.